В экологическом парке станет светлее. В одном из любимых мест отдыха горожан идут работы по установке новых светодиодных светильников. Всего в Магнитогорске в 2018 году вместо устаревших и неэффективных ртутных установят 4770 новых светодиодных светильников, значительно сэкономив при этом средства городского бюджета. Администрация Магнитогорска заключила энергосервисный контракт с подрядчиком ПАО «Ростелеком». Город не вкладывает в эту работу ни копейки, а расчет с инвестором производится за счет экономии потребляемой энергии. От внедрения новых светильников будет экономия не менее 72%. На сегодняшний день уже проведена работа. Заменили 3768 светильников. Работа продолжается. То есть на сегодняшний день работы ведутся в экопарке. Здесь будет произведена замена старых ртутных светильников на новые светодиодные в количестве 140 светильников. Представители муниципального предприятия «МакГорТранс» заявляют, теперь не придется тратить деньги на ремонт светильников и замену ламп. У подрядчика есть гарантийные обязательства до 2027 года. Если светильник выйдет из строя, его заменят в течение 2 дней. Все работы должны быть выполнены до 30 апреля. Если программа по энергосбережению себя оправдает, в ближайшие годы в Магнитогорске заменят все светильники, а таковых более 20 тысяч.